Подведены итоги фестиваля «Красиво ДВ». Победителей в 5 номинациях и обладателя специального приза определили члены жюри. А гран-при фестиваля выбирали народным голосованием на портале твойдв.ру. Эрнест Леонидов. Камчатский край. Эрнест Леонидов, обладатель специального приза жюри с работой «Камчатка Тревел», Камчатский край. Профессиональное жюри и зрители выбрали 6 лучших работ из 520 заявок. «Камчатка» забрала сразу 2 приза. Видео Эрнеста Леонидова «Камчатка Тревел» признано лучшим в номинации «Природа ДВ», а также получила специальный приз жюри. Одним из первых на своих страницах в социальных сетях победителя от «Камчатки» поздравил глава региона Владимир Солодов. Мне лично самому очень сложно оценить качество видео. Потому что при монтаже я его сам просмотрел там, тысячу раз. По кусочкам, по моментам и так далее. Я его изживал уже для себя. Я его изживал, и оценить объективно я его не могу. Как любое видео, которое сделал. Вот. И здесь вот тут обратная связь от большого количества людей, от конкурса, от членов жюри, от губернатора Камчатского края, конечно, очень радует. Благодаря конкурсу. Я понимаю, что мне нужно выложиться, постараться и сделать что-то еще. Поэтому, я думаю, для всех участников очень полезно и повышает уровень. А опять же, другие посмотрели свои другие работы, посмотрели там мою работу. Кто-то что-то перенял, чему-то научился, сделал какие-то выводы и все равно свой уровень поднял.